Всем привет! Это канал Миллион Абдулла. Сегодня я буду есть рябчика. Вот, подбил на охоте, буду есть. Но не сырого. Мы его будем сейчас готовить. Вот. Сейчас я начну его очищать от перьев. Женушка ко мне сейчас. Тут вот уже. Я ей сказал, чтобы не шумела. Она уже сейчас готовится готовить. Вот, все, начинаю очищать. Ну что, дело грязное, ну что делать? Я решил на полиэтилен все сбросить, перышки, чтобы потом их отсортировать. И некоторые, то есть, чтобы все в дело пошло. Некоторые перья пойдут на изготовление украшений. Например, сережки можно делать. Это вот у меня есть знакомые, кто изготовляют. Я у них спрошу, надо им или нет. Вообще у меня как долго получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Пушок какой красивый. Обалдеть. Ну просто жалко такую красоту. Кто же мог подумать, что это не вашнап? Я думал, что это вашнап. А вашнап мне разрешено. А потом егерь-то мне сказал, что рябчика мне тоже можно. Я-то волновался. Нормально. Понятно, что вот у него лапки. Голова, крылья вот такие вот. Вот эти перья, наверное, хорошо вот тут от крыла пойдет. На какие-то поделки. Перья-то птичьи, это знатная вещь. Если сережки из таких перьев красивых сделать, то девушка будет очень хорошо выглядеть. Привлекательно. Решил дома почистить, потому что хотел показать жене, какой красивый рябчик. Сейчас вот очистил основную, чтобы показать вам, куда попало. Попало в шею, перебило шею напрочь. И вот еще сюда, на вылет тоже похоже. Или не на вылет, не знаю. Это будет понятно позже. Но, скорее всего, в шею. И он сразу того тю-тю. Не мучился вообще. Да, две дробинки попало. Что-то вроде и немного попало-то. Может, я мимо промазал так? И все равно краем зацепило. Но ружье мертвит конкретно. Вот. Это рябчик, естественно. Деликатес. Ну вот, сейчас будем готовить. Не знаю, как получится. В общем, если надумаете перья чистить, это такое грязное дело. Я тут весь в пуху до сих пор. Это надо в лесу, конечно, делать. Сейчас будем на газе опаливать рябчика. Вот я его ощипал. Вот так вот. Вот сейчас попробую полить. Я вообще только в детстве видел, как палят эту курицу-то. Понятно, она будет. Такой полещик-то, наверное, не очень хороший. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух. Пропали вроде немножко. А эту штуку надо снять. Я думаю, что надо снять. Снимем. О, пошла работа. А! А! О! А! Ну, чё смеешься? Опытный, вот именно что начинающий. Рябчик. Да, надо опалить как следует, это волосы-то как кушать тоже, не кушают. Ай! А! Ах, уже этот рябчик! Он очень горячий и мне больно. Слушай, может, ты попалишь? Что-то у меня как-то плохо совсем стало получаться. Я попалю, только не рябчика. А какая разница-то? Ну, в общем, палить рябчика – это очень трудная задача. Если кто-то скажет, я умею, вот ему отдайте, пусть палят. Потому что я, например, совершенно не умею. А машина там какая-то орёт, дурная. Небось, ржавая копейка какая-нибудь. Или Мерседес. А. Ну, может, уже все хватит, она уже все спалилась вроде бы. На, посмотри. Как ты знаешь? Сам будешь ей. Ну, вот я еще проверяю. Ну, вот я бы, например, хотел бы твою консультацию получить. Как тут? Вроде все нормально. Ну, в общем, опалили, как смогли, да. Бедный маленький рябчик. Вот какие у него глазки красненькие. Ну что, боком. Ой. Тащи сюда.
Обычно у птиц забу золото находят. Но это в Сибири. Может, тут тоже? Боже, какой он интересный. Так он и ценится, что у него очень нежное мясо и вот грудка какая-то большая. Видишь, что... Рябинка, о, ты посмотри, рябинка. Покажи поближе. Он кушает ее. Вот она. Это вот рябчик точно. Раз и рябину смотри, ест, он и рябинка. И смотри, березовые почки. И вот что, оказывается, кушает рябчик. Березовые почки, вот такие вот, и рябинку. Значит, где вот эта вот рябинка растет, березовые почки, там он и сидит. Вот оказывается, что... А у щук-то обычно всегда я находил рыбу. Вот один раз, правда, мышей нашел. Лягушек не помню, тоже вроде были. А у этих, оказывается, видишь, рябинка. Вот такой вот, вот такой птиц. Такую еду ест. Конечно, у него мясо будет хорошее. Надо же, ему в шею прям попала одна дробина-то, а другая в ногу. Ему и хватило. Не мучился вообще совершенно. Прям, наверное, позвоночник перебил, да и все. Что, тоже едят? Тут рябинка. Вот. Почки. Почки. Это желудок. Он... У него такой маленький желудок. Малюсенький. Смотри. Так он и сам-то он крохотный. Что это? Деликатес. Смотри, сколько у него почек. Как он хорошо поел-то. Шея деликатес, ты думаешь? Я не знаю. Это я пошутил. Я думаю, что мы отрежем. Ну, вот так вот. На две порции-то хватит? Лапки вот так отрезаю. Ага. Надо перышко от рябчика еще в шляпу ставить. Надо шляпу купить охотничью, ботфорты. И ягдаш, ну, ягдаш. Остальное мы будем из него делать цыпленка табака. Цыпленка табака. Ну, Наташа нам покажет, как это делать. Я надеюсь, она это сможет все это очень так хорошо и грамотно рассказать. То есть его нужно вот так вот раскатать, да? Разложить на сковородке. А что там красное, это что? Артериальная кровь. А это легкие. А, легкие? Ну, их уже можно как бы да? жарить, конечно. Не отравимся? Нет. Так, ну все, это дроби там нет? По идее, ну в шее это дробь, ладно, а вот тут вроде одна где-то дробинка, но будем надеяться. Вот все, вот лапочки можешь оставить себе на память. Лапочки-то? А куда, что с ними делать? Не знаю. Для шаманства? Шаманство, конечно. Точно. Ну, конечно, лапки-то я оставлю, ясно дело. А эти рябинки из желудка надо будет украшение сделать потом. Голову засушить. И тоже есть. Голову, понятное дело, кошке надо отдать. Все, короче. А кошка приедет скоро, я его угощу рябчиком-то. Не знаю, будет он кушать. Сейчас моя женушка Наташа будет готовить рябчика до бока. Вам слово. Мы его солим сначала. Крупной солью. Дальше посыпаем перец. Это черный перец. Смотри, не переборщи. Он ядреный. Ну да. Может, мне хватит? То есть хватит, мне кажется. Ну куда ты столько-то? Цыпленок-то вообще-то перченый. Ай-яй-яй-яй. Так. Подожди. Ну, если ты не хочешь очень перченого, мы, конечно, не будем. Не, сильно не перчи, я так. Да. Для меня это будет так, слишком. Теперь мы нарежем. А, мы будем давить чеснок. Это чеснокодавилочка у тебя, да? Да, чеснокодавилочка. Самая такая простенькая. Ты думаешь, одной головки еще, что ли? Да ух нет, ты, конечно. Какое это будет блюдо? Я такого не ел никогда. Не знаю, как это будет блюдо. А вкус рябчика не отобьет это все дело-то? Ну, его все равно надо со специями с каким-то готовить. Ну, вообще-то тебе видней. Я-то готовить что там? Я только гречку умею варить. Я думаю, что он быстро готовится, так же, как курица. Птица. Ну, еще и с этой стороны. О, как. Еще и с этой стороны. Ёлы-палы. Его надо еще даже натереть. Ну, чеснок можно было порезать, но лучше вот так. Натереть его чесноком. Так. Значит, соль, перец, чеснок, а еще что, еще что ли? Теперь все, сковородка у нас уже греется. Ага, греется. Так, ну что, вот ты скажи, когда будет готово. То есть вот это готово, да?
Что готово? Ну, в смысле, вот подготовка готова? В смысле, готова, да, сейчас на сковородку. То есть так просто, да? Ясно. На разогретую сковородку. А что за масло? Просто подсолнечное? Да, подсолнечное. Ага. Ты просто рассказывай, люди же не знают. Я укладываю его на разогретую сковородку. Так. Именно вот этой вот шкуркой вниз надо, да? Ну, пока шкуркой вниз, чтобы там, знаешь, это такая сделалась бочка. Так, тарелкой. На его тарелку кладем. Кривовато получается что-то. Ничего страшного. И вот. Ставим под пресс. Не ставим упадет, на него вот эту кастрюлю в виде пресса. О, грохнется тогда чего. Конечно, надо бы тарелку такую, чтобы она его накрывала полностью. Нет, нету такого рода. А вот так-то будет лучше. Во, отлично. Вот, теперь она его придавила, и он будет там жариться. Этот, это на сколько вот это вот давится-то? Минут 10, наверное, с одной стороны, 10 ага. С другой. Все. Готов. Готов уже, да? Ну, практически, да. Ну, он с корочкой получился вроде бы. Здесь, то есть его еще можно, конечно, потомить немножко вот под этим. Да? Да. Ну, выглядит он уже как готовый, в общем-то, и запах уже такой. Да. Ну, хоть немножко еще. Тебе виднее, ты у нас это самый такой повар. Ты сюда классный специалист. Тут еще немножко. Ну пусть покипит, потомится, как ты говоришь. Подождем. Давай посмотрим, что у нас теперь получается. Ну теперь уж прям и шкварчит так, как надо, и все, и со всех сторон. О, какая корочка. Я думаю, что... Готово, да? Ну да. Можно рассыпать. Ну я тебе даю тарелку сразу под камеру. Держи красивую, чистую. Ты-то будешь? Я выключаю. Ты-то будешь яичко? Ну, пополам. Тогда нужно из одной тарелки или из двух будем кушать? Как? Нужно положить сначала на одну тарелку. Ну, вот так. Ну да, вот, давай на одну клади, а вторую уже там возьмем позже. О! Вот он, подожди, дай-ка я его крупным планом возьму. Вот он. Рябчик табака. Рецепт моей женушки. Будем сейчас пробовать. Потому что с рябчиком-то не каждой хозяйке удастся попробовать свое мастерство-то. Мы порежем две части. Ага. Что, ты мне большую часть хочешь, да? Ну, могу, ты же его подбил. Давай. Мужчине-то побольше мяса-то, конечно. Вот. Ну, давай. Клади. Вот. Вилочку, ножичек и порядок. Все. Сейчас я его буду кушать. Вот это ролик. Мы приготовили рябчика табака. Подписывайтесь на канал Миллион Абдулла. Ну, я себе беру кусочек. Вот этот. Да. И мы будем еще что-то готовить, что-то кушать, снимать. Я уверяю вас, готовить его было не так трудно. Я думал, будет гораздо все труднее. Красное вино есть? Красное вино? Ну-ка, подлич вино не пьют. Пьют это шампанское. А это есть? Ну, шампанское у меня всегда есть. Вставай. Так-то надо отметить, конечно, это великое дело. Угу. Первая дичь в жизни. Давай шампанское. Минуту такую нужно, одну минуту. Стоять-то мне тяжело, я же тоже устала. Кадр-то не лезь и не кричи. Я же устала. Да блин, да что ж такое, почему так все мокро-то? Почему тут мокро? Тут всегда у меня сухо было. Что ты тут делала-то? Пекла. Дура! Ты не видел, что я под холодную быстро опускаю? Да плевать уже, все. Я вообще не понимаю. Как так-то? Ну, я же... Вот и пали теперь. Я не знаю, как палить. Я уже опалил. Только себя почему-то. Ай, блин. Что, запись идет? Хорошо, посмеялась немножко. Ну, посмеялась, молодец. Ну, вот сейчас ты можешь... Чего? Сейчас, подожди. Я сейчас крышку снял, обжегся из-за тебя. Блин, из-за тебя сейчас посмотрим. Ой, ну не спи!
горит, не горит. Как же это в СССР-то все горело. Ты елки-палки. Это плита какая-то. Бороду не спалим. Ну что бороду, бороду? Ладно, придется все-таки старый способ. Потому что она не та самая. Но она вот сейчас тогда вот так вот. Как бы издалека. О! А! Блин, как же больно, я обжегся. А-а-а, как же так-то, а? Ох, это вот тот вот. Ну нормально, нормально, кожу-то я сниму, ты ее будешь есть. Обычно ты кушаешь. Да, спереди. Ну ладно, это я записал, елки-палки. Смотри, у него какие-то кишки полосатые. Может, черви? Да не должно быть. Ну что это тут с червями-то? Ну, съедим с червями, если что. Это я вырежу. Ну, каким червям? Аппетит портить. Подожди. Руки затрясли. Все выключил. А что, ты хочешь что-то сказать матом?